Живое дыхание зрительного зала неизбежно накладывает свой отпечаток на спектакль. Зрители врываются в представление своим смехом, аплодисментами, свистом, а то и демонстративным уходом из зала. Только тогда шоу можно считать удачным, когда между актером и зрителем установился полный контакт. Ну а публика становится все более требовательной, поэтому сегодня хоккеисты выступают не только на ледовой сцене. Чтобы привлечь еще больше зрителей, они пробуют себя и в музыке, и в лицедействе. Например, игроки «Спартака» становятся актерами собственного театра. Креатив, музыка, жесты, крупные планы. Билеты и абонементы можно приобретать уже хотя бы на это зрелище. Кирилл, привет, как ты поживаешь? Как дети, как жена? Слушай, приходи к нам на тренировку, приводи сына, заодно обновишь свой абонемент. Приглашаю вас на нашу игру нового сезона. А я забыл, что-то надо сказать. Хорошо. Алло, Сергей, добрый день. Это Эдуард Левандовский, хоккейный клуб «Спартак». Хочу напомнить, что скоро начало нового сезона. Предлагаю обновить ваш абонемент. В прошлом году вы не пропустили ни одной игры. У нас есть отличные места. Никита, привет. Добранка. Приглашаю вас на наши игры нового сезона. У нас новая команда. Ребят стараются, тренируются. Но мы покажем все, на что мы способны. One more. Сейчас я скажу. Посмотрите вот на меня, вот на мою руку, и всей головой вот так вот подвиньте, посмотрите камеру. В Новосибирске прошли съемки имиджевого ролика команды к новому сезону. Видео снято по мотивам проводов на фронт армии генерал-лейтенанта Калинина, для чего на платформе «Новосибирск главный» был организован концерт. Похмурься, похмурься по-разному, по-разному, похмурься. Не, ну там нормально ширик. Снизу вверх. С моего руки в камеру. Thank you.
Да, вот так, вот так, вот так. Ага. Вот нам защитную полу сразу. Ну, в смысле, вот, крестить. Закрыть? Нет, скрестить руки. Просто говорить ничего не нужно. А просто можете посмотреть вот сейчас мне на руку, а потом посмотреть вот сюда, на камеру. Все головой двигать. Как известно, требует жертв. Вот и Александр Пережогин попробовал себя в роли фотомодели. Дело в том, что с самого детства к хоккеисту накрепко приклеилось прозвище «Арбуз». Поэтому и во время фотосессии для обложки ноябрьского выпуска журнала «Горячий лед» Пережогин позировал с самой большой ягодой в природе. Можем лишь признать, что Александр в очередной раз доказал – талантливые люди талантливы во всем. Не видно. Нормально, нормально, видно. Ну, вкусно. Ну, а ты хотел ужинать, все нормально, все будет. Ну вот, кстати, покормили. Во, отлично, двигай посередине еще. Наверное, с этой стороны еще лучше видно. Ну. Во, шикарно. Вот, и... Как вот? Во, вот так вот, Ирина, да, вот так. Слабочек. Во. Вот ты, назвали же меня, да? Сам знаю, 5 лет, вот, с 5 лет называть. Уже и фотографии с арбузом. А как ты, ну любишь арбуз есть? Я да. Сейчас это на рекламу очень сильно пользуются арбузом. Во всей Москве арбузом. I was into sports since I was a child, aiming for my dream, no matter what. And by the age of 15, I was already playing for a youth team, and 3 years later, I played my first game for national youth team. I had up and down, success and failures. I realized one thing, if you dream and live by what you love, there is nothing that can stop you. Хоккейный зритель может этого и не заметить, но он сам тоже становится участником представления, когда во время особенно напряженных моментов у ворот начинает помогать своей команде жестами, руками, ногами. И уж совсем сложно устоять, если помочь просят сами спортсмены. А я? Привет. У меня для вас посылочка. Может быть, чаем? Так, окей, сейчас прям не стопайся, а она тебе отвечает. А, типа, может быть, зайдем выпьем чаю, и ты прям сейчас такой, извини, долго. Извини, долго зовет. А, и покажи прям на папку, да. Поехали.
Ая, привет. У меня для вас посылочка. Может быть, зайдете к нам? А может быть, нет. Ая, спасибо. Кто-то? Долг зовет, провожаешь взглядом, там уходит. Смотришь на сертификат, улыбаешься и поворачиваешься к семье, улыбаешься. Максим, привет. У меня для вас посылочка. Привет. Может, зайдешь? Извини, долг зовет. До свидания. Впрочем, лицедейство для спортсмена разве что развлечение. Настоящее шоу хоккеисты привыкли разыгрывать на льду. Тем более, что в этом театре система Станиславского не работает.